Здравствуйте! Значит, сегодня речь будет о том, как бороться с садовыми муравьями. Значит, мы не ставим задачи их уничтожения, а ставим задачу каким-то образом повлиять на их образ жизни и прогнать с садового участка. Ну, значит, приобрели это в прошлом году. Вот и специальное средство такое, значит, по борьбе, значит, с муравьями садовыми. Значит, ну, нам рекомендовали все по периметру, возле деревьев, значит, посыпать. Все, значит, как говорится, они сами соберутся и уйдут. Ну, так и сделали. Взяли, значит, посыпали по периметру, значит, ну, взяли достаточно много средства такого. Возле деревьев посыпали, хорошо прошел дождь, муравьи не ушли, а средство ушло. Значит, после этого, значит, подумали, ну, надо что-то делать. Вот, значит, начали экспериментировать. Значит, ну, на сегодняшний день еще, значит, эксперимент не закончился. Вот с вами, значит, будем продолжать эксперимент. Ну, посмотрим, что получится. Вот следующим образом. Что мы решили? Мы решили, значит, вот это средство установить, как говорится, значит, в какую-то емкости и сверху накрыть, что из этого будет. Ну, вот взяли канистру. Значит, на первом этапе, значит, обрезы вот здесь мы сделали. Но здесь получается, видите, дно с выемкой. И по всей видимости конденсаты и прочее, и получается немножко подкапывают. Сейчас вот еще не пробовали, вместе с вами попробуем. И попробуем, значит, разрез с этой стороны сделаем, а потом понаблюдаем, что будет, как она получится. Ну вот, резать канистру можно по-разному, но я вот режу болгаркой. Взяли. Можно размечать, если разметите, будет, конечно, более ровно, но я думаю, и так нормально получится. Значит, вот, разрезали, вот. Получилась вот такая крыша. Крыша все хорошо, но чтобы, допустим, она не соприкасалась с землей, вот у нас вот такие палочки есть. Взяли, поставили, раз, два, поставили. Вот так вот крыша, здесь будут муравьи залазить у нас, смотреть, говорить другим, что здесь не очень хорошо, собираться, чемоданы, и пошли, значит, на другой участок. Ну, не на нас, конечно. А сверху, значит, камешек, значит, положили. Все бы хорошо, все должно работать, но, значит, я потом вам покажу, значит, первые наши эксперименты. Специально не убрал, посмотрите. Но, значит, в любой вещи надо, чтобы она немножко дышала. Сделаем, значит, что? Специальные прорезы для того, чтобы, значит, была вентиляция. Но она и так должна быть, но еще дополнительно сделаем. Вот такой сквознячок, чтобы был. Раз, поставили сюда, сверху камень, вентиляция. И взять вот
какое-нибудь блюдечко там или еще что у вас есть. Раз, значит, сюда насыпаем средства. Вот сюда насыпаем средства. Значит, ставим сюда палочки. Сюда палочки. Ставим вот так. Камешек. Средство готово. Муравей пришел, посмотрел. Ага, здесь не очень хорошо. Собирается. Чемоданы. И с участка. Ну, сейчас вот посмотрим первый вариант. Самый первый вариант у меня. Здесь установлен, он уже стоит где-то более полгода. Я специально не убрал. Посмотрел, ну, там вот есть недостатки. Как раз мы их и обсудим. Пойдемте это установим как раз. А это там посмотрим. Вот устанавливаем. Раз палочку, два палочку. Значит, здесь поставим средство. Поставим средство и сверху крышу. Вот так вот крышу. Здесь надо посмотреть, чтобы, конечно, было более-менее нормально. Вот так вот где-то так. Вот. Так. Камушек сверху. Пускай ходят. Вот они гуляют. Сейчас они сразу придут, посмотрят. И смело сюда идут. И посмотрим, значит, тот вариант, который, будем говорить, что работает, но не очень удачно. Не очень удачно. Так, вот. Я ее вот поставил давно, даже трава вот здесь проросла. Проросла. Камушек стоит. Вот видите? Но средство будем так считать, что оно не разрушилось. Не разрушилось. Оно вот оно есть еще, да? Но вот покрылось, значит, каким-то зеленоватым налетом. И здесь вот земля тоже, видите, какая. Я считаю, что... И вот здесь конденсат еще, видите, конденсат. И по всей видимости, здесь использовалось дно канистры. Выемка. По всей видимости, конденсат все же сюда капал. Капал. И потому, значит, стали, значит, использовать по-другому. Вот. Будем считать, что, как говорится, это недостаточно удачный опыт. Тот будет... получше. Ну, в комплексе, если мы будем, значит, дерево опрыскивать, ставить вот такие, значит, специальные средства для того, чтобы они потихоньку уходили отсюда, мы добьемся положительных результатов. Ну все, до новых встреч, экспериментируйте и будьте с нами. До свидания.